Здравствуйте, меня зовут Михаил Сергеевич. Сегодня мы будем строить скворечник из встроенной конструкции. Приступаем к сборке скворечника. Было удобнее работать, я меня саморезы на гвозди. Сейчас мы обведем контур внутреннего пространства. Как у нас крыша съемная, мы делаем окантовку. Прикрепили веб-камеру, чтобы смотреть за птичками. Здесь и вот здесь. Мы просверлили отверстие, чтобы эту палочку поставить перед литком.
переколачиваю эту ветку, чтобы птички покидали домик. Прикручиваю скворечник к основанию. Основанная крыша поможет чистить домик изнутри. Угу. Скворечник готов. С вами был Михаил Сергеевич. Пока!